Пьяный дальнобойщик, нагруженный бетонными опорами фуры, протаранил железнодорожный диспетчерский пункт. 50-летнюю дежурную пункта насмерть завалило многотонными блоками. Там около 40 тонн. И представляете, это все вот полетело сюда. Машина в переезде торчит. И Галя у меня, солнышко мое, лежит на обочине. Да он пьяный. 2,2 промилле у него. Обнаружили алкоголя. 2,2. Он, можно сказать, в лёжку, наверное, был там за рулем. И сегодня же о солисте Нижегородского театра, который погиб в авиакатастрофе над Черным морем. Все подробности сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.